Для начала, конечно же, познакомимся. Меня зовут Алла Болдырева, я являюсь директором в компании Oriflame Business, развиваю совместно с мужем. И сегодня мы проводим для вас, я провожу сама, для вас, дорогая команда, небольшой тренинг. Тренинг-экскурсия, да, скажем так. Я сегодня вас приглашаю на экскурсию на наш замечательный сайт, сайт нашего партнера компании Oriflame. Сайт на самом деле очень информационный, очень интересный, в нем есть и видео, есть и обучение, есть и текстовые рекомендации. И не всегда мы даже полностью успеваем изучить его, посмотреть его и найти там интересные штучки, да. И я даже скажу по себе, я часто открываю что-то новенькое на нашем сайте, и это помогает мне как в ориентации для себя по продукции, так и, конечно же, в работе с командой. И я для вас проведу сегодня такую экскурсию по нашему сайту. Мы заглянем с вами в различные странички, в различные закладочки, посмотрим с вами, что же компания сделала для нас интересного. Я расскажу вам, что можно видеть до того, как вы ввели свой номер, пароль, что вы можете увидеть после того, как ввели логин и пароль, и, конечно, как вы можете эту информацию использовать потом для себя. Ну что ж, начинаем с вами. И первое наше, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, вообще со структуры сайта oriflame.by. Когда вы ищете сайт компании, когда вы впервые на него заходите, обязательно в поисковой строке вводите www.oriflame.by. Именно by должно заканчиваться вашим ввод текстом. Компания Oriflame официально работает более чем в 60 странах, поэтому сайт разработан на разных языках: на немецком, на русском, на английском, на польском, на украинском, Казахстан, различные страны, и в каждой стране, конечно же, сайт сделан на национальном языке. Для того, чтобы нам с вами все было понятно, наш сайт сделан на русском языке, точно так же, как и русский сайт. И так как мы с вами живем в Беларуси, то мы должны заходить на oriflame.by. Только тогда для нас будут открыты все нужные акции, все нужные цены, продукты, вся нужная информация, та, которая касается именно нас с вами, так как мы живем в Беларуси. Итак, в чем же состоит структура сайта Oriflame? Первое знакомство происходит до того, когда мы вводим свой логин и пароль. И здесь мы с вами можем увидеть такие разделы, как продукция, каталоги, бизнес-возможности, онлайн-журнал о красоте и моде. Так как у нас тренинг, я буду еще и заходить на этот сайт, показывать вам демонстрацию экрана, показывать, где эти закладочки. Вы точно так же можете меня слушать и параллельно заходить на сайт и смотреть, где же эта закладка, где эта информация, о которой я вам рассказываю. После того, как мы вводим с вами свой логин, он состоит из 7 цифр, это на белорусском сайте. На других сайтах, когда вы делаете международный номер, международное спонсирование, у вас могут быть номера и 5-значные, могут быть и 8-значные, могут быть и 11-значные, но в любом случае это всегда какой-то цифровой логин, да, цифровой логин. Пароль. Пароль мы устанавливаем сами, потому что можем его в настройках менять. Я вам покажу, где он меняется. Автоматически пароль можно, в зависимости от того, как вы оформляете регистрацию, можно либо придумывать самому, либо получить автоматически, в общем, случайным образом собранные цифры в качестве пароля, а потом уже сделать свой. Поэтому до того, как мы ввели логин и пароль, мы видим только продукцию, каталоги, бизнес-возможности, онлайн-журнал. После ввода логина и пароля мы с вами уже видим поддержку продаж, такой раздел. Видим раздел заказы и можем оформлять их уже по ценам для зарегистрированных пользователей, минус 20%. Видим раздел «Мой бизнес», в котором идет информация о команде, о вашей структуре, о вашем интернет-магазине, какой товарооборот пройден уже в этом каталоге, какой уровень выплат вам компания может сделать, да, перечислить. Это все в разделе «Бизнес». Сколько людей зарегистрировано, сколько из них какие акции выполняют. Это все в разделе «Мой бизнес». И обучение. В разделе обучения вы тоже сможете найти онлайн-тренинги. Более подробно все покажу вам. И «Мой бизнес» – это отдельная закладка для нас с вами, для тех, кто развивает свой филиал интернет-магазина, для тех, кто пришел в компанию
зарабатывать деньги, для тех, кто хочет воплотить свои мечты в жизнь, и для этого нужна определенная сумма денег, конечно, раздел «Мой бизнес», он будет одним из самых важных, потому что здесь есть управление структуры. Здесь структура имеется в виду всей вашей команды, всех людей, которые приходят в ваш филиал, не только благодаря вашим рекомендациям, но и благодаря рекомендациям людей, которых вы уже пригласили и зарегистрировали через свой интернет-магазин. Это инструменты для развития структуры, о них тоже отдельно мы поговорим. Это ПУ, план успеха и устав компании. План успеха для того, чтобы вы понимали, как получать выплаты, что для этого нужно сделать, что нужно сделать, чтобы получить премии в $1000, в 2000, что сделать для того, чтобы ваш доход был постоянно ежемесячно там, равен $1000 или $500, да, на эквивалент в белорусские деньги. Конечно, вы прочитаете в этом разделе истории успеха самых топовых лидеров, тех людей, которые сейчас стоят во главе лестницы успеха, да, на самых высоких ступенечках, потому что все они начинали с самых первых ступенек, самых первых, да, таких же, как и сейчас люди, которых мы приглашаем, которых вы приглашаете, тоже когда-то были просто зарегистрированы, пользоваться для себя, сейчас это топ-лидеры, их историю успеха можно почитать, можно посмотреть, как они добились этого результата. И, конечно, в разделе «Мой бизнес» есть корпоративные издания, сюда входят те мероприятия, которые компания проводит, те конференции, которые компания делает в знак благодарности, в знак поощрения для своих лидеров. Ну вот такова структура сайта. Конечно же, мы посмотрим, заглянем в самые интересные уголочки, и я вам еще не один раз сегодня тоже покажу какие-то интересные закладочки, и надеюсь, приоткрою для вас сайт компании Oriflame еще больше. Страница до того, как мы ввели логин и пароль. Когда просто зайдем на страничку www.oriflame.by, что же мы можем здесь увидеть и чем мы можем здесь воспользоваться, да? До странички логина внизу справа вы видите, как она выглядит, да, эта страничка, вы, думаю, уже заходили на нее. Если нет, то, конечно, набирайте сейчас прямо вот в соседней вкладочке oriflame.by и посмотрите. Вот так выглядит наша основная страница до того, как мы ввели логин и пароль. Она открыта для всех абсолютно людей, которые заходят случайным образом, не случайным образом сюда. Это все будет открыто для них. Что же здесь есть? Текущий и следующий каталог. В красной рамочке, вы видите, у меня введено, в красной рамочке, получается, сверху слева. Здесь как раз и указано каталоги слова. Так вот, в электронном виде каталог вы можете посмотреть, нажав на слово каталог. В следующий каталог тоже можно здесь посмотреть, он становится доступен на третьей неделе, последней неделе действия каталога, да, на третьей неделе действующего каталога. Следующее слово в этой рамочке идет «Бизнес-возможности Oriflame». Для чего они нужны? Вот для того, чтобы сделать регистрацию, для того, чтобы почитать, какие возможности дает компания Oriflame. И, конечно же, в этом еще больше разобраться. Здесь же есть и страница «Добро пожаловать в Oriflame» с акцией стартовой программы. Да, «Добро пожаловать». Дальше в рамочке вы найдете слово «Отдел обслуживания». В отдел обслуживания это очень важный, знаете, отдел, про который нужно говорить с самых первых ступенечек, потому что именно в этом отделе вы можете узнать, как оплачивать заказ, как размещать, куда его доставлять, как оформлять претензии, как оплачивать пластиковыми картами, да, вот это последний насущный наш вопрос. На этой же главной страничке у нас есть описание продукции по разделам, есть онлайн журнал о красоте и моде, и есть видеоуроки по нанесению макияжа, созданию причесок и тому подобное. Сейчас я сделаю вам демонстрацию экрана и покажу все эти вот закладочки, чтобы это было не просто на словах, что да, оно есть, а чтобы вы немножко визуально представили. Параллельно, если вам удобно, можете на своем компьютере открыть вкладочку и тоже точно так же просматривать разделы, о которых я говорю. Сверху, слева, у вас есть надпись «Каталог», «Бизнес-возможности», «Отдел обслуживания». Когда мы наводим просто мышкой, не щелкая, наводим на слово «каталог», у нас появляется картинка каталога, появляется срок действия, как он действует, и посмотреть каталог. На последней неделе действия каталога у вас здесь появится еще надпись «Смотреть следующий каталог».
Дальше, бизнес-возможности. Нажав на закладочку «Бизнес-возможности», вы увидите, появляется дополнительное меню «Возможности Oriflame онлайн-регистрация». Если вы регистрируете своего знакомого, хотите оформить ему регистрацию, то именно здесь вы можете найти форму. Нажав на онлайн-регистрацию, вы можете найти форму регистрации. Или если вы знакомых приглашаете, знакомых, вы можете точно так же сказать, где ему найти онлайн-форму. Единственное, что обязательно нужно говорить о том, какие данные вносить в эту форму, какие данные консультанта, то есть продиктовать ваш личный номер, чтобы он попал в вашу команду. И дальше то, что я говорила, возможности компании Oriflame присоединиться сегодня. Нажали «Подробнее почитали». Если вам интересна информация о компании, узнать о ее создателях, узнать историю компании, значит, можно нажать «Прочитать». Если вы хотите воспользоваться возможностью «Отлично выглядеть», подробнее можно об этой возможности узнать. Зарабатывать деньги также. Ниже строчки идут уже более бизнесовые, наверное, такие программы. Получать удовольствие. Как можно, работая в компании Oriflame, получать удовольствие и от чего можно это удовольствие получать. Здесь вы можете тоже нажать подробнее и узнать. Стартовая программа. Нажали, прочитали. Большие выгоды. То есть какие дополнительные преимущества для премьер-клуба компания дает. Да, как можно за личные продажи получать... за личные рекомендации получать дополнительные вознаграждения. Вот здесь вы тоже можете об этом узнать. Ну и есть в программе программа «Автомобиль». Что это за программа? Как можно получить автомобиль за короткий срок и на очень выгодных условиях, да, в компании? Вот это все здесь тоже рассказано. Это вы тоже можете здесь найти. Это закладочка «Бизнес-возможности». Третий раздел – отдел обслуживания. Это именно три раздела, которые находятся вверху слева. Отдел обслуживания – это то, о чем я вам говорила. Вопросы. Регистрация. Наиболее часто. Как оплатить? Где купить wellness? Как купить продукцию? Как предъявить претензию? Здесь вот по разным тематикам, да, вопросы. Программа лояльности. Что это такое? Контактные центры. Контакты сервисных центров, да, закладочка есть. Есть контакты сервисных пунктов. Чем отличаются контакты сервисных пунктов от центров? Контакты сервисных пунктов. Здесь, нажав на эту вкладочку, вы найдете карту Беларуси. И если вы хотите оформить свой заказ, например, уезжаете в гости в Минск и хотите там оформить, получить, или уезжаете в Могилевскую область, будете там находиться какое-то время и хотите заказ получить, вы можете, нажав на любую из данных областей, например, возьмем Витебскую, да, для вас откроется график пунктов обслуживания города Витебска, вы видите, да, и здесь же адреса. Выбираете тот, вообще не только Витебска, а Витебской области всей. Выбираете тот адрес, смотрите, есть ли в этом областном центре, районном центре, в этом городке, есть ли здесь именно пункты обслуживания, офисы, где можно получать заказик. Здесь же и телефоны, и время работы. Поэтому такой отделчик, он достаточно нужный для того, чтобы определиться там, куда вы хотите оформить заказ. И контактные телефончики, конечно, здесь тоже есть. И закладочка «Оплата банковскими картами». Последнее время эта закладка нами очень востребована, пока у нас идут перезаключения договоров с почтой, да. Итак, вот закладочка «Оплата банковскими картами». Здесь есть ссылочки, оплатить можно здесь. Здесь есть ссылочка, еще одна прямая короткая ссылка. Есть показано окно, какое должно появиться при оплате на нажатие на данную ссылочку, да, и оплата заказа, все-все-все, здесь все расписано. Вы, когда нажимаете на ссылку «Оплата пластиковой картой», выходите на сайт, который обслуживается Белгазпромбанком. Не пугайтесь. Многие считают, раз Белгазпромбанк, значит, только карточка этого банка у вас и здесь будет действенной. Здесь действуют банки, карты любого банка. Главное, чтобы они соответствовали, ну, вот, названному перечню. Либо Visa Electron, да, которые действуют на Республике Беларусь. И дальше вы уже вводите свой номер. У вас потребуют номер карточки, да, все данные. И не взимается процент. Абсолютно никакой процент не взимается, если это карточки другого банка. Так что смело заходите и смотрите. Про оплату мы обычно говорим еще дополнительно. Лично при созвонах, да, рассказываем, как это лучше сделать.
можно пластиковыми, можно еще и электронными кошельками, такими как EasyPay. А вот об этом, обо всем, если вы хотите, есть какие-то вопросы, то в раздел «Отдел обслуживания» вы можете зайти, нажать «Вопросы и ответы», задать даже свой вопрос. Видите, есть дополнительная кнопочка, если вы не нашли ответа на тот вопрос, который вас интересует, вы можете нажать «Свой» и увидеть. Вот сейчас я вам рассказала о той страничке, которая доступна всем, которую видят все, когда попадают на сайт компании. После того, как каталог бизнес-возможностей и отдел обслуживания мы посмотрели, чуть ниже у нас идет перечень продуктов. Нажимая на эти закладки, мы можем сразу оперативно находить нужные нам продукты и видеть, что сейчас представлено в компании. Например, ароматы. Меня интересуют ароматы. Я нажимаю «Женщины», нажимаю «Парфюмированные ароматы». И здесь мне представлены уже те ароматы, которые есть в компании Oriflame, сразу уже с ценами в белорусских рублях. Если аромат на акции, то есть скидка от компании идет, то я еще вижу, какую скидку компания дает на данный аромат. Вот так можно еще ориентироваться и по продукции. Конечно, ниже идет такой бегающий, переключающийся рекламный блок. Это в основном идут для акций. Вот зарегистрируйтесь перед компанией. То есть здесь можно самому нажать и тоже пойти попасть на регистрацию. А дальше идет бегающий блок информационный. Красота и спорт, да, это о здоровье. Узнать больше. Наука распродаж. Хочу узнать об этом. Либо я хочу узнать, что такое роскошь в итальянском стиле. Да, вот здесь гид по уходу за лицом. Узнать более. Проходим и сами вводим свои данные и узнаем, какой же у нас тип кожи. Ниже идет «Нельзя пропустить». Мы рекомендуем самые выгодные скидочки. Вот я скажу по себе, вот данный набор корректоров для бровей у меня заказали 7 моих знакомых, потому что скидка очень хорошая, 70% практически, поэтому выгодно покупать. Здесь же есть новиночки, можно нажать «Посмотреть». Есть «Лучшая покупка». Здесь тоже рекомендуются самые интересные выгодные продукты. И спа-бальзамы для губ сейчас выгодная цена идет, и туалетные воды женские, мужские, посмотрите, какая хорошая скидочка. Это все можно увидеть. Чуть ниже есть раздел «Фокусе». Этот раздел предназначен для того, чтобы мы с вами ориентировались не только в продукте, но и в каких-то новых тенденциях. Здесь, видите, роликами есть, рассказывается, как я уже перечисляла, где-то о прическах, где-то о макияже. Есть условия стартовой программы и есть бьюти-журнал, это журнал красоты. В слайдах я тоже немножко потом о нем буду говорить, но раз мы уже сейчас заглянули, давайте посмотрим. Будьте в курсе последних тенденций в мире моды. Здесь перечисляются стили, вот то, что входит в красоту как стиль жизни. Это, конечно же, какие-то брендовые продукты, это модные тенденции, это здоровый образ жизни, это обязательно история одного из известных людей, да, ну вот здесь барбершоп, мужские тренды вы видите, да, интересно, можно почитать подробнее. Здесь же есть макияж 2017 года, дальше стрелочку нажимая вправо-влево, мы видим, что можно найти те же блоки, которые были вверху, это здоровье, красота, это распродажа как наука, но в то же время есть дополнительные еще и лифтинг с помощью макияжа, 3 приема, шаг за шагом, уход за ногтями, то есть вот различные такие видеоуроки, которые помогают нам с вами сделать уход за лицом, уход за собой более эффективным, более, скажем так, для нас с вами правильным и нужным. В самом низу мы с вами его и увидели, бьюти-журнал. Это онлайн-журнал о красоте и моде. Здесь главные темы есть стиль жизни, портрет, это одной из звезд, знаменитостей, кто как ухаживает за собой, какие средства используются, да, что сейчас предпочтительно делается в прическах, в уходе. Об этом, обо всем именно в бьюти-журнале можно найти. Уход за глаз, за лицом и как правильно делать макияжи, различные тренды в глазках, в губках, да, все это можно здесь найти в бьюти-журнале.
Поэтому заходите, обязательно смотрите, листайте и будете в курсе. Как же можно использовать информацию данной части? Можно делать электронные e-mail рассылки через социальные сети, через электронные ящики, использовать именно в качестве новиночки продукции, в качестве акции, да, посмотреть, какие сейчас акции идут, какие сейчас модные тенденции. Все это можно тоже отсюда брать, с первой странички самой компании Oriflame, делать рассылочки. Можно давать ссылку на страницу с бизнес-возможностями, но здесь обязательно указывайте ваш номер консультанта, который человек должен ввести при регистрации. Конечно же, получить массу информации о продукции и о современных трендах в моде, пройти мастер-класс по макияжу, прическам, уходам, то есть даже для себя подобрать. Использовать всю информацию можно для проведения мероприятий в персональной группе, для вебинаров, тренингов, использовать для проведения бизнес-сессий по уходу за кожей лица. То есть посмотрите, какой огромный спектр использования данной информации для вас уже будет. Что можно порекомендовать? Конечно, я рекомендую для вас внимательно изучать все страницы сайта до логина и пароля, ну, хотя бы один раз в период действия каталога, потому что каждый каталог эти разделы обновляются. Уходит у меня порядка 1 часа на ознакомление со всеми страничками. Тогда вы будете в курсе новых материалов, сможете максимально эффективно использовать эту информацию в своей работе. Конечно же, рекомендуем изучать свой сайт, сайт компании Oriflame и своим новичкам и своим бизнес-партнерам. В работе онлайн использовать можно публикации, ссылочки на данный сайт, на данные разделы. Когда вы заходите в бьюти-журнал, там есть тоже ссылочки, поделиться в соцсетях, можно этой информацией делиться, компания это разрешает. Можно использовать информацию из этого раздела при создании постов в социальных сетях, для ведения блогов по продукции, либо по бизнес-возможностям. Ну а мы переходим к следующим страничкам, странички после логина и пароля. Что же здесь добавляется? Одна из самых важных, наверное, разделов – это мой профиль, потому что, нажав, вы видите на слайде вот зелененькими буквочками, вверху написано «Oriflame» и силуэт человечка. Когда мы наводим мышкой на этот значок, у нас появляется мой профиль. Здесь переход у нас и на главную страницу, и на заказы. Более четко в квадратиках я написала более подробно, что здесь видно. Главная страница – заказы, зарегистрировать нового консультанта, VIP-заказы. Начиная с уровня менеджера, 12-15% у вас будет возможность помогать своим консультантам оформлять заказы, не заходя на свои, на их странички, а используя свой личный кабинет. Настройки личного профиля, да, все это здесь находится. В настройках это у нас и пароль, и адрес указывается, и электронный ящик. Там же вы можете посмотреть вашего информационного спонсора контакты, да, в настройках личного профиля. Ну и слово «выйти», когда мы хотим выйти с нашего личного кабинета. Точно так же заказы. Вот здесь я обращаю ваше внимание. Как правило, первое самое такое сложное действие, которое бывает у нас с момента регистрации, это оформить первый заказ. И возникает вопрос, а как это сделать? Так вот, можно сделать, нажав закладочку сразу на главной страничке, в серединке экрана заказ с таким чемоданчиком, да, а можно, нажав на профиль и увидев тоже слово «заказ», можно нажать и использовать уже тогда эту закладочку для того, чтобы разместить заказ. При демонстрации экрана я вам это все тоже покажу. Как можно использовать этот раздел? Здесь очень много информации интересной, и здесь уже я вам приоткрою некоторые секретики, которые тоже использую сама уже в своей работе. Можно оперативно получать информацию о своих бизнес-показателях в текущем режиме, то есть онлайн. Вы увидите сразу, если у вас размещается заказ через ваш интернет-магазин, да, вашей группой, вашей структуры, вы увидите, на какое количество бонусных баллов размещен заказ сразу же, тут же, онлайн. Вы видите процент активности ваших консультантов, вашей команды. Вы можете размещать заказы, видеть wellness-подписки, видеть историю заказов, да, какие заказы у вас были, когда размещены и в каком статусе они находятся. Видеть отсутствующие позиции на складе, оформлять претензии. Если вы получили заказ, и у вас что-то не вложили, либо вы увидели брак, либо еще чем-то остались не совсем довольны, не соответствует тому ожиданию, которое было, да, которое описано компанией, то вы должны знать, что можно оформлять претензии. Так вот, их оформляем тоже в этом
разделе после того, как вошли со своим логином и паролем в свой личный кабинет. Зарегистрировать нового консультанта, оформить международное спонсирование. Можно получить информацию о компании по рекрутингу, да, какие сейчас идут акции, какие подарки можно получить. Можно менять настройки профиля и, конечно, можно запрашивать информационные листки о работе с листками. У нас есть отдельное обучение, это обучение для тех, кто развивает свой интернет-магазин и кому интересно перспектива своего собственного дела, своего собственного бизнеса. Что же можно увидеть, войдя по своему логину и паролю? Для того, чтобы войти, я ввожу свой пароль, свой номер, да, ввожу пароль, вы можете его в установках написать, запомнились. Я зашла на страничку своей дочери, она является одним из консультантов компании Oriflame, она тоже имеет свой собственный личный кабинет. Так. Итак, мы с вами ввели номер и пароль, все хорошо у нас загрузилось, мы зашли как Яна Витальевна Курушко, это наша дочь, и здесь уже вы видите, для вас становится больше информации, вас приветствуют по имени, госпожа, да, здесь есть раздел «Заказы», мы сначала поговорим о нем, его можно найти сразу в середине экрана, когда мы мышкой наводим, он становится зелененький, либо можно навести вверху на силуэт человечка, свое имя, фамилия, и здесь тоже есть раздел «Заказы». Итак, когда мы используем данный раздел, мы его используем тогда, когда нужно разместить заказ, когда мы хотим оформить свой заказ в компании Oriflame. Это один из способов оформления заказа, который можно делать. Вот, я нажала «Оформить заказы». Да, вы видите, что здесь есть закладочка вот «Заказы». Здесь именно все, что касается заказов, история заказов. Если мы используем эту вкладочку, то сайт нам покажет, какой есть заказ, если он не оплачен. Видите, вот здесь вот в табличке будут заказы, которые не оплачены. Так и стоит, только не оплачены. Если я хочу посмотреть все, я нажимаю «Смотреть все», и я вижу, что у меня есть все, которые делали заказы, стоят их номера, стоит дата, и стоят статусы «Отправлен», «Завершен», да, либо «На сборке». И смайликами тоже мы можем сразу ориентироваться, что у нас происходит с этим заказиком, да, что происходит. Это я вам зашла в раздел «История заказов». Что еще здесь интересно для нас? Подписка Wellness. Это оформление Wellness-продукции. У нас в Беларуси продукция идет через аптеку, поэтому, чтобы участвовать в программе льготной покупки, нужно оформить подписку. Ее мы оформляем в разделе «Подписка». Управление моими документами. Это очень важный раздел, потому что в нем находится такое, значит, назначение этого раздела, чтобы пройти верификацию компании. Что значит верификация? Компания выплачивает вознаграждение денежное тем, кто развивает свой интернет-магазин, тем, кто делает хорошие интернет-заказы, да, личные, дополнительные бонусы. И для того, чтобы компания была уверена, что такой человек есть, то компания просит вводить сюда паспортные данные и прикреплять ксерокопию паспорта, вы можете ее сфотографировать, вы можете даже написать, что только для верификации. Все правила, инструкции здесь тоже вот синенькими строчками написаны, вы можете нажать, посмотреть и провести верификацию для того, чтобы вы могли развивать свой интернет-магазин и получать потом выплаты. Если вы пришли просто пользоваться для себя, то верификацию, в принципе, вы пока можете не делать, но я всегда за то, чтобы внести, чтобы было, никаких проблем не было. Еще верификация помогает в том случае, если существуют однофамильцы, одноименцы, да, например, там с фамилией Иванова очень часто у нас встречаются. На одного человека можно оформить только один личный кабинет. И в таком случае, когда люди однофамильцы, ну, в общем, разница только в серии паспорта получается. И компания тогда видит, оформлен на человека данного, на человека интернет-кабинет или нет. Поэтому верификацию проходим в разделе «Заказы. Управление моими документами». Отсутствующие позиции, претензии, быстрый заказ. Вот быстрый заказ, он, видите, дублируется. Быстрый заказ слева я вам показываю. И сейчас я мышку веду на быстрый заказ вверху справа.
Это одна и та же кнопочка, которая ведет на одно и то же действие. Мы ее нажимаем или здесь, или в меню. И у нас с вами открывается окошко, куда можно ввести коды данных продуктов. Коды продуктов, которые нам нужны, которые мы хотим заказать. И в открывшемся окошечке вы видите быстрый заказ. Здесь идет информация о том, что автоматически компания предлагает нам льготный каталог следующего периода, книгу «Красота как образ жизни». Предлагает нам с вами пакет для того, чтобы, получив заказ в коробочке, мы открыли пакет, коробочку, переложили в пакет. Приглашает и рекомендует, если вы хотите отказаться от этих продуктов, рекомендует для нас с вами вот такие коды для отказов. Сюда мы вводим номера продукции. Например, 1276 – это один из моих любимых продуктов. И нажимаем количество единичка, и у вас что-то немножечко у меня притормаживает. Как правило, еще выскакивает, что это за продукт. В данном случае это смягчающее средство. Если продукт, видите, вот появилась надпись «Специально смягчающее средство». Если продукт отсутствует на складе, то вот здесь будет написано слово «Отсутствует». На данный момент этот продукт есть, его можно заказать и можно его использовать. Дальше мы с вами нажимаем слово «В корзину» для того, чтобы проверить, правильно ли... О, у меня здесь есть огромный красивый заказ, мы его очистим для того, чтобы не путать вас. Итак, мы с вами добавили продукт 1276, единичку поставили и направили его в корзину. В корзине мы видим, что да, этот продукт, если у нас идет продукт по акции, то на цену здесь не ориентируемся. Даже подписано над кнопочкой «Продолжить», дистрибьюторские цены и скидки будут показаны на следующем шаге. Следующий шаг, чтобы попасть, нажимаем «Продолжить». После того, как мы нажали «Продолжить», уже система обрабатывает наш заказ, еще не сохраняя за нами, только обрабатывает. Показывать будет, есть что-то на складе в данный момент или этого продукта на складе нет. Да? Если есть, то по какой цене этот продукт нам предлагается. И здесь же на последнем шаге вы сможете прочитать, как оплачивать заказ, что есть у нас распродажи в каталоге, что можно получить дополнительную акцию. Здесь же вы видите интернет-распродажу, интернет-предложение. Чтобы увидеть все, мы нажимаем «Смотреть», и нам предоставляется весь перечень интернет-продуктов. Здесь же мы указываем и количество, если оно нам нужно. Например, помада «Сияющий рубин» из серии «Giordani Gold». Всего лишь за 7 рублей ставим единичку, добавить заказ. Если ничего не нужно, то просто закрываем. Дальше идет перечень тех продуктов, которые мы заказали. Смягчающее средство, губная помада, пакет для того, чтобы открыть и доставить. Зарезервированные продукты, либо дополнительные продукты у вас будут записаны. Те продукты, компания, которые вкладывает вам бесплатно, да? Либо аукционные. Дальше идет у нас настройки личного профиля, чей заказ, на какой адрес, да, какие суммы выплат. Дальше получение заказа. Здесь мы с вами выбираем, куда мы хотим получить заказ. Нажимаем «Выбрать пункт доставки». Если вы хотите почтой, то мы выбираем «Курьерская доставка» и выбираем во втором появившемся окошке «Почтовая с предоплатой» либо «Почтовая на дом». И у вас указываются сроки, можно почитать, да, представлены здесь. Нажимаем здесь, видим сроки доставочки. Выбираем адрес, на который мы хотим получить данный продукт, да, данный заказ. И уже после этого движемся дальше. Дальше у нас идет сервисная плата. Если вы выбираете почту, она вот у нас сейчас на данный момент равна 8 рублей 64 копейки. Если вы хотите, чтобы ваш заказ доставили бесплатно, не платить эти деньги, то мы с вами в окошечке «Список продуктов за доставку» нажимаем на слово «Список продуктов». Выбрав один из данных продуктов, наш заказ будет доставлен бесплатно. Например, вы можете выбрать для себя крем для рук «Зимние грезы», заплатив за него 2 рубля 50 копеек, а не 8 рублей, да, либо здесь вы можете найти очень интересные продукты, например, такие как пудра с эффектом загара. Для моделирования лица я рекомендую этот продукт использовать, и у нас есть уроки красоты по декоративной косметике с практическими, да, навыками, и вы сможете увидеть тоже, как эту пудру можно использовать эффективно. Здесь есть антивозрастные капсулы для лица, здесь на них
больше, чем 50% скидка. Можно выбрать только один продукт. Например, мы выбираем капсулы, нажали, да, вот на слово «добавить», когда мы наводим на данный продукт. В данном случае, если слово «удалить», значит, этот продукт выбран. И нажимаем «выбрать продукт». Он появляется у нас в основном перечне, и при этом список продуктов у нас исчезает, но и сервисная плата становится ноль. Если вы не почтой получаете, а получаете на сервисные пункты, тогда нам нужно выбрать не курьерская доставка, а сервисные пункты обслуживания. Выбрать город, в котором мы проживаем и где мы хотим получить заказ. Я нахожусь в городе Витебске, и в городе Витебске тоже есть не одно СПО, есть несколько СПО. Два СПО имеют категорию VIP-СПО, то есть это лучшие СПО, которые есть в Витебске. И эти СПО принадлежат директорам нашей команды, Рокочей Елене, это топ-лидер компании «Орифлейм», наш с вами вышестоящий спонсор. И это Анна Козловская, это золотой директор компании «Орифлейм», тоже VIP-офис. Например, мы выбираем к нашему топ-лидеру за заказом, мы хотим приехать в офис, мы видим адрес офиса, видим время работы, видим телефончики, и вы видите, что у нас список продуктов за доставку, он тоже снова появился, потому что здесь другая плата. За доставку на офисы компания берет меньшую плату 2,30, но даже эту плату можно не платить, если мы выбираем с вами продукт. Например, я хочу выбрать крем для рук, потому что зимний период, он всегда ручки у нас обветриваются, где-то морозик, где-то вода дома, да, и все, видите, он появился у нас в основном списке, и при этом исчезла сервисная плата. И только после того, как мы убедились, что у нас все хорошо с доставкой, что у нас выбран продукт за доставочку, мы с вами переходим к пункту «Оплата заказа», видим окончательную цену, видим, сколько всего бонусных баллов нам за данный продукт начисляется. И здесь у вас еще будет кнопочка «Сохранить». Вот ее мы тогда и нажимаем. В данном случае этой кнопочки нету, потому что я вам просто демонстрирую, как это происходит, как это делается. Вот это один из способов заказа продукции. Можно заказывать продукцию, листая каталог онлайн. Если мы заходим на электронный каталог, мы его листаем, здесь тоже есть продукты, и здесь вы уже можете увидеть, листая каталог, внизу у нас появляются такие слова, как «купить продукт». Вот они есть сейчас внизу, видите, слово «купить». Я открываю «купить продукт», и здесь есть продукт. Если он мне нужен, тогда я, конечно же, выбираю количество и добавляю сразу в корзину. Аромат очень динамичный, очень яркий, очень приятный. Причем подходит как для весеннего периода, точно так же подходит и для периода зимнего, и добавила в корзину. У меня в корзину этот продукт уже автоматически добавился, у меня осталось в корзине на один продукт больше. Вот я навожу на корзину, и вы видите, что у меня получается на один продукт больше. Вот, и дальше, значит, так можно тоже использовать заказы, делать заказы. Можно закладочками пользоваться ароматов для тела, и так тоже, находя продукт, отправлять их в корзину, и уже дальше оформлять. Какую интересную область я вам хочу здесь показать? Это, конечно же, главная новость и новости, которые действуют сейчас. Успей купить по выгодной цене. График работы сервисного центра. Если вы видите, что что-то маловато новостей, хочу больше узнать, нажимаем «Еще новости». И уже здесь видим дополнительные новости, дополнительные акции, отличные предложения, показать больше, информация о платежах и так далее. Мы с вами можем посмотреть, да? Можем посмотреть те новости, которые нас интересуют. Здесь показано, видите, за 2017 год, так как он совсем недавно начался, то и новостей мало, да. Можем указать новости прошлого года, посмотреть, какие были акции, что интересного происходило в компании «Орифлейм», да, это все здесь мы можем найти. Видите, 100 новостей. А что еще интересного на главной страничке? Чтобы на нее вернуться, можно нажать «Главное» в серединке экрана, либо навести на силуэтик на свой профиль и нажать «Главное», да, и тогда вы тоже попадаете снова возвращаетесь на главную страницу, на которой мы с вами находились, где были наши закладочки, да, и где мы с вами читали новости. Что же интересного? Прокручивая ниже, вы увидите здесь тоже дополнительные уже закладочки с программами, с акциями, которых не было на
странички до того, как вводили логин и пароль. Здесь же видеоуроки. Здесь идет информация о бизнесе. Вы можете увидеть, сколько у вас человек в команде, у кого из них есть дни рождения. Вы можете посмотреть, кто у вас, какое количество людей проходит по стартовой программе. Здесь же вы можете сравнить показатели бизнеса текущего каталога и прошлого каталога, да, и посмотреть, насколько лучше, эффективнее вы стали использовать информацию, стали развивать свой интернет-магазин, сколько новых людей у вас появилось. По бизнес-возможностям мы отдельно тоже проводим обучение. Здесь есть графики активности, да, вот сравнение тоже прошлого каталога, этого каталога, это все вы здесь увидите. А вот дальше мне хочется вам показать новую такую закладочку интересную, да, называется «Структура раздела для консультантов». Вот этого вы не найдете, не зайдя, да, только введя свой логин и пароль, вы сможете увидеть. Здесь вы сможете посмотреть структуру. Видите, здесь тоже все то же, что мы с вами рассматривали. Главное, настройки профиля новости. Да, можно нажать и посмотреть. Прямо вот здесь, находясь, да, а не заходя в главную. Дальше, что еще здесь в структуре сайта? Вы можете поддержка продаж посмотреть сразу здесь. Заказы, wellness подписки, мой бизнес, да, вот обучение, все здесь сразу вы можете найти. Но еще ниже, еще есть одна интересная закладочка, корпоративная информация. И здесь есть новости и пресса. Вот этот раздел очень хорошо использовать для постов в социальных сетях. Нажав на этот, на эту закладочку «Новости и пресса», мы с вами выходим на страничку такую компании интересную, где есть контакты, есть новости компании, да, именно новости такие, которые работают на бренд компании, показывают достижения компании, показывают люксовые продукты компании, да, можно вот нажать закладочку «Все новости» и дальше посмотреть. Именно эту информацию я рекомендую использовать в социальных сетях, если вы ведете свой блог, либо ведете свою группу. Нажав на «Подробнее», вы более подробно увидите текст, и можно его прямо отсюда копировать и размещать с картинками. Здесь же есть изображение для прессы. Нажав на это, вы увидите изображение продуктов в очень хорошем, есть высокое разрешение, низкое разрешение. Здесь категории продуктов абсолютно разные. Для чего это нужно? Когда мы размещаем какой-то текст у себя на страничках, то, конечно, очень хочется, чтобы фотография была четкая, качественная, да, того продукта, который мы делаем. Либо это логотип компании Oriflame, чтобы был хороший, либо если мы хотим его, проводя корпоративные мероприятия, например, решили вечеринку, да, сделать, вы хотите на шарике логотип нанести. Чтобы на шарике его нанести, конечно, оно должно быть хорошего разрешения. Вот здесь есть высокое разрешение, можно скачать в хорошем разрешении наш логотип. Если вы хотите еще там, например, на майке сделать в подарок своим партнерам или просто для себя, то же самое, нужно хорошее, высокое качество, здесь это можно найти. Вот в этом разделе очень удобно все это находится, все это скачивается, и это все вы можете потом использовать для себя в работе и для рекомендовать своим партнерам. Сейчас я снова возвращаюсь на главную страничку, снова опускаюсь вниз, в самый низ раздела. Так, сейчас откроются у нас странички. Там, где мы с вами смотрели корпоративные, да, так, вот здесь мне еще хочется вам показать еще одну кнопочку, которая мне нравится. Есть раздел «Помощь». В нее мало кто заходит, но этот раздел есть, и здесь есть карта сайта. Отличный помощник, нажимаем на карту сайта, и нам с вами открывается прям, знаете, как энциклопедия, да, перечень всего-всего, что только можно найти на сайте компании Oriflame. Наша история, и нажимая, вы будете видеть информацию по этой теме. Работа в Oriflame, контакты, лучшие предложения, подарки для подруги, для мамы, для, значит, любимого. Beauty Edit – это наш бьюти-журнал, да, реклам с стилем жизни, с трендами, с подиумами, как сделать школу красоты, как звезда быть, да, видеоуроки красоты, красота и здоровье. Здесь же отдел обслуживания, да, вся информация, возможности Oriflame и очень огромный сектор бренды.
от А до З. Вот здесь вы можете о каждом, абсолютно каждом продукте компании Oriflame более подробно все прочитать. Про новиночки, про шелковистую гладкость, про различные серии, такие не только которые ароматы и уход за лицом, но и уход за телом, и уход за волосами, дополнительный уход. Посмотрите, какой огромный перечень. У лицо отдельной серии. Купить любой продукт из категории ценовой, например, да, показано, какая ценовая категория нас интересует. Если мы хотим иметь максимально натуральный продукт, да, со скидкой 40%, если меня интересуют сыворотки, если маски, если меня интересует макияж, ароматы для тела, посмотрите, какой огромный перечень, прям вот как действительно карта сайта, которая прям как энциклопедия, в ней вы можете найти все. Если у вас есть сегодня желание разместить на своей страничке, скажем так, какой-то текст о сумках, пожалуйста, зашли в раздел «Сумки», здесь вы найдете все, что нужно. Если вы хотите порадовать мужчин и разместить какой-то пост про мужчин, вот безупречный выбор для мужской кожи. Пожалуйста, нажали, увидели продукты, которые рекомендуются в этой сфере, и увидите, конечно же, те рекламные предложения, видеоролики, которые компания рекомендует по этому предложению, по этому названию, да. Вот такая карта сайта, которую вы можете использовать в своей работе. Ну и еще один отдел, на который я обращу внимание, это обучение. Обучение. Здесь я его рекомендую проходить не сразу быстро взахлеб, а по чуть-чуть, понемножечку, час в день уделять ему. Я открыла раздел, вы видите, есть Академия Oriflame, есть курсы, навыки успешного консультанта, есть онлайн-тренинги Oriflame, да, это все в этом разделе. И слева у нас идет меню. Нажимая на меню Академия Oriflame, вы видите, что здесь есть тренинги, шаг 1, шаг 2, они идут онлайн с выполнениями интересных заданий, выбрать верные решения и так далее. Есть полезные советы, огромный тоже раздел, где вы можете найти и онлайн-модули, это программки, которые можно установить в компьютер, либо в ноутбук и использовать там как для бизнеса, так и для поиска клиентов, для оформления заказов. Это Академия красоты. Здесь тоже есть уход за лицом, сессии, причем преимущества серии рассказано. Курсы, навыки успешного консультанта. Вы видите, что огромное количество информации обучающей здесь можно для себя почерпнуть. Поэтому, если вы поставили себе обучение, один час, да, обучающий, то навыки, курс навыков открыла я для вас, то вы, конечно, можете... Эти здесь созданы лидерами России Oriflame, это совместные разработки российских и белорусских, и украинских лидеров, да, именно о том, что самые-самые интересные щепетильные вопросы, которые возникают. Итак, значит, если возникло у вас вопрос, что же вам изучить в этот час сегодня, который вы запланировали на обучение, заходите в раздел обучения, и этот вопрос у вас сам собой, в общем-то, как-то будет. Сегодня я постаралась вам рассказать несколько буквально закладочек, показала на основном сайте, сделала такую экскурсию, карта сайта Лена понравилась, прекрасно, пишите, кто еще что увидел, да, почерпнул для себя. И в дальнейшем у нас тоже будут проходить такие же тренинги новичков, тренинги не только для новичков, но это интересно и партнерам, и менеджерам по сайту компании. Потому что я честно вам скажу, сегодня, вот у нас уже практически час, как мы вместе, я приоткрыла буквально там, ну скажем, 20% того, что есть на самом деле на сайте. Еще много интересных разделов, бизнес-разделов, поддержки продаж разделов, да, и понемножку мы будем такие тренинги проводить, чтобы вы могли себя чувствовать на сайте компании Oriflame как рыба в воде, да, чтобы могли быстро, оперативно находить нужную информацию и получать удовольствие от того, что вы находитесь на данном сайте. Вот, большое спасибо за внимание, пользуйтесь полученной информацией, я думаю, что она принесет вам только пользу.